Таганроге отметили Международный день школьных библиотек. Праздник этот совсем молодой. Его учредили по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году. В России стали отмечать с 2008. В этом году Международный день школьных библиотек. В Таганроге прошли традиционные выставки, семинары, мастер-классы. Праздничное мероприятие подготовили и в 37-й школе Таганрога. Его участниками стали ребята начальной школы. Праздник учрежден с целью привлечь внимание к проблемам детского чтения и проблемам школьных библиотек. Мы все прекрасно понимаем, что школьная библиотека уже давно стала не только местом выдачи учебников, это настоящее место творчества, самореализации. И сегодня мы вместе с учащимися школы номер 37 проведем небольшой праздник, посвященный чтению книги школьным библиотекам. В актовом зале 37-й школы развернулась интересная мини-выставка книг из школьной библиотеки. Были здесь и редкие издания, и книги с дарственными надписями авторов. Для ребят начальной школы подготовили интересный рассказ об истории возникновения библиотек. В игровой форме напомнили, как надо правильно обращаться с книгами. И, конечно, проверили их знания известных литературных произведений. Кто ушел от бабушки и дедушки? Молодцы. Кто разбил золотое яичко в сказке «Курочка-ряха»? С праздником всех участников мероприятия поздравила заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева и вручила благодарственное письмо библиотекарю 37-й школы Валентине Ефименко. Также Ирина Голубева передала библиотеке несколько подарочных изданий книг и отметила, что несмотря ни на что, таганрогская молодежь остается весьма читающей частью населения города. Таганрогские дети любят читать и читают разные книги. Это и художественная литература. Большой интерес дети проявляют к справочной литературе. И сегодня школьная библиотека помогает ребенку не только готовиться в предметной области, но помогает развиваться и формирует мировоззрение.